Привет, ребята, с вами Сэм, Николь, Мисс Сэнни. Сегодня у нас Хэллоуин. Привет, друзья. У нас сегодня у Сани, Мисс Сани, сегодня в классе Хэллоуин пати. Ну и мы тут, мы бесконечно сегодня тут перепробовали всякие имиджи, я не знаю как, да, с кем. Ну, давайте угадайте. Переодевались. И да. Да, давайте угадайте, кто у нас Мисс Сани сегодня? Говори. Не буду говорить, давай в комментариях напишите нам, кто у нас Мисс Сани сегодня. Я хочу, наверное, поделиться, какие мы классные купили для волос. Дезики, два таких. Мы никогда с Аней даже не подумали. Розовый и синий. Но как, смотрите, как круто окрасили волосы. Конечно, это одноразовый момент. Но все равно, хотя бы для одного раза, я так думаю, что это супер, очень хорошо. Потому мне что мы, помнишь, в прошлом году мы... Я могу эти показать? Которые... Там были эти... Пена. Как пена. Так вот, я могу даже сразу сказать... Подожди, Саня. Идите на улицу. Опа. Давайте. Быстренько. Бежим. Саня, ну что, будете праздновать сегодня? Да, будете праздновать? Ну да. Ну, у нас сегодня четверг, а завтра в школу. Ну ничего, а я тебе буду, знаешь, что скажу? Я тебя порадую и скажу, что я тебе разрешу не делать сегодня уроки. Домашку? Да, не делай. Вернешься, уставшись, потому что там будете беситься, бегать. И у вас там что, фильм какой-то, да, сегодня? Будете смотреть фильм, да? Ну вот, после фильма там будете беситься, наверное, что-то вам еще все равно разрешит немножко учительница, да? Ну вот. Видите, Оксана, какие стрелки сделала. Сердечко у нас. Мы купили такую краску специальную для лица. Но как-то, знаете, она неаккуратно, наверное, очень так неаккуратно сделалась. Смотри, куда бегут. Ну и пусть бегут. Сейчас папа приедет, будет им. Она боится. У меня очень не розовые? Нет, все хорошо. Немножко. Ай, ну она-то же все, Саня, отстирывается. Видишь, смотрите, у меня были какие руки. Даже пыль, вот. Да. Видно да. На камеру. А нельзя, да, показывать, что за... Эти нет. Два. Нет, жалко. Вот я бы смотри, показала. Я вот так вот сделаю. И у меня вот такая пыль остается. Ну давай встань, Саня, я покажу тебе все. У тебя очень красивые колготочки. Вау! У тебя прямо ты звездная девочка сегодня. Знаешь, я тебе могу сказать. Этим колготкам 2 года. 2 года. Так ты что, не выросла через эти 2 года, если тебе эти колготки хорошие? А? Нет. Какой-то странный. Выросла 12 сантиметров. Сани. 12, так это столько? Ну да, это 10 и немножко еще с хвостиком. Вот только. Это много. Вот только. Смотри. Ну что, я пока тогда, пока еще выключаю камеру, я еще потом тебя поснимаю в машине. Ну, давай, хорошо, давай. Пока ты будешь ехать до школы. Поехали. Да? А, поехали. Уже прошел часик где-то. Мы уже едем. Едем, Саня, да? Да. Давай. Поехали. Ну вот, мы уже с мамой едем. Вот мы. Вот я. Так вот. Едем на Хэллоуин пати. Да. И мне уже позвонила подружка, сказала, что там уже есть 2. Так вот. Давай, Саню, поснимай немножко. Сейчас покажем, где ты учишься. Уже давно, когда твою школу, наверное, не снимала, да? Да. Вот. Тут мы выезжаем из наших... Тут вот этих, как... Ну, как они называются? Тут чипсы хрустят. Ну, эти... ну, район, короче. Не знаю, есть Саня, такое слово? Вообще уже... Ну, ну так да. Есть такое слово, район. Да. Деревня, короче. Да, наша деревня. Да. Вот видно уже мой стадион нашей школы. Вот стадион. Вот наша школа. Вот наша школа. Вот наша школа. Огромная. Вот, это наша школа, чтобы вы понимали. Вот такая вот огромная.
flying people. Вау, как он страшно едет, быстро все у него, да? Ну вот, я подожду немножко. Вот на светофоре, на этом вот светофоре. Светофоре идем, вот наша школа. Я тебя, наверное, к самому этому подвезу, да? Вот так. Ну так вот, тогда встретимся еще, пока. Пока. Саня, пока. Все хорошего тебе, пати. Окей. Давай, пока-пока, Саня. Пока, давай. Пока. Пока. Вот так вот. Ну, я попробую потом ее снять. Мы уже вернулись только что. Вот что осталось. Ну, давай, Саня, покажи, что осталось. Осталось очень красиво. Знаешь, они такие теперь стали натуральнее. Натуральный цвет такой совсем, да? Ну расскажи давай, Саня, как у тебя там было все в школе? Было очень хорошо все, мы поиграли в прятки. В прятки? А какой фильм смотрели? Про что фильм был? Ужастик? Да, такой очень интересный. Да, про что фильм был? Ужастик? Про такую девочку, которая там, которую пугал этот клоун. Ну, клоунов я боюсь, они такие страшноватые, да, персонажи. А нам еще уроки идти готовить. Саня, у нас уже сколько время, ты видела? А что у тебя? У нас дневнюлика сейчас. 7, 7 часов. 7 часов уже, ну, о, друзья пишут, да? Меня там нет, не смотрю. Нет? А что это за какие-то? Ютуба. Спать хочу уже. Я знаю, что ты спать хочешь, но у тебя еще, смотри, целый рюкзак школьных заданий. Тебе надо их сделать обязательно. Математика, что там еще у вас завтра? Английский. Нет, английского. Физкультура, математика. Литовский язык есть? Да. Да. Каждый день. О, а сколько уроков завтра? Пять? Пять. Ну вот. Но зато с Аней потом у тебя что? Каникулы. В среду я пойду в конюшню от 1 часа до 7 где-то. Ну, весь день ты, короче, там будешь пропадать. Я тебя там оставлю, и ты там будешь себе... Ой, я бы хотела, конечно, чтобы ты... Я тебе, наверное, дам камеру, и ты давай, знаешь, что сделай? Давай первый раз, я тебя вот так попрошу, пойдешь и сделай сама видосик хороший. Давай. И так поснимай хорошенечко, я потом, если что, их соединю. Перепомни. Так это не, даже не вопрос. Я покажу, как я... я поставлю камеру в манеже, да. На бортик. Да, но тебе надо очень смотреть, чтобы... Я попрошу, чтобы меня тренера... Чтобы сделала ролик с тобой тренер? Ну, давай, попроси. Да. Скажи, что у тебя есть канал. Ага. Вот, покажи. Ну, у нас тренер, так это что-то. Вот, жалко, не слышит. Но если будет видеть, вот... Любим тебя, обожаем, Инга. Да, и хотим бы... Хотим, чтобы ты всегда была, да? Нет. Потому что очень... Если ты выйдешь, я пойду за тобой. Сразу вот, представляешь, это что-то. Ну что, Саня, тогда я все. Я смотрю, что это так некрасиво, Саня. Mm-hmm. Так нельзя делать ролики. Что это? Так давай ложись. Нет, устала, я не игрушки, хочу. Книжки спят. Тра-та-та-та-та-та. Я не хочу. Ну что, все тогда, друзья. Ставим лайки, подписываемся. Всем и всем пока-пока.